Тут вот такое получилось. Название. Поклонник Эпикура. Подзаголовок. По следам небольшого происшествия. Врач, сидящий за столом, все рассматривал мой снимок и сказал мне. Перелом. Как же плохо, я подумал, мне за глупость по делам. Врач добавил. Без смещения. Я вздохнул от облегчения. Вот везение, вот удача, разве может быть иначе? Прямо праздник на душе. Повинуясь вдохновению, философскую доктрину я развил без промедления. Коль от вас ушла жена, мне вас жалко, старина. Это тошно, это плохо, ощущение как у лоха. Но ушла она к другому. Пилит голову кому? Не тебе ведь, а ему. Боже, счастье-то какое, голова твоя в покое. Там, где вроде нет решения, там готово утешение. Даже если на тот свет, то ничего плохого нет. Там все чинно, там все тихо, нет ни горя, нет ни лиха. Ты лежишь себе в порядке, и барвиночки на грядке. Красота!